Речь пойдет о возможностях редактирования генома человека. Научный мир тогда предполагал, что раз что-то есть в геноме бактерий, это должно иметь какую-то функцию. CRISPR-Cas-система у всех на слуху, но до нее было еще 3 поколения технологий редактирования. Пока Дженнифер Дудна и Мануэль Шарпентье делали свою публикацию, Фен Жан сделал патент. Локомотив был. То есть получается женская команда и мужская команда с одной и с другой стороны. Это привлекло значительное внимание, а вдруг это как-то еще с патогенезом связано. Тем самым это привлекло больше исследователей в эту область. Такие белки, очень интересная была история, их обнаружение не сразу поняли, что они делают. Редактированные люди, это было такое... Элита общества. Это был один единственный шанс. Природа позаботилась. Да, посмотрим, что будет дальше.